Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. А чтобы узнать тему урока, ребята, вы должны расшифровать слово. Как вы думаете, о чем говорят эти цифры? Эти цифры говорят о порядке букв в алфавите. 19-я буква алфавита – это какая буква? Подумайте. Следующая буква – это гласная буква. Да, это слово «символы». Сегодня мы с вами будем говорить о символах. А о каких символах вы узнаете после просмотра видеоролика. В 1991 году весь мир облетела весть о рождении независимого государства, имя которому Республика Казахстан. Символами политической независимости и суверенитета страны стали государственные символы, с уважения к которым начинается любовь к родине. Государственный флаг – воплощение устремлений нашей молодой нации на достижение высоких целей и задач. Герб символизирует общий дом, где шанырак со звездой – древний образец мира и защиты от посягательств на родную землю. Наш гимн – это флаг, сотканный из слов. Ведь самое важное для всех нас – это одинаковая уверенность в счастливом будущем всех казахстанцев во всех уголках нашей необъятной Родины. Символом Казахстана по праву считается столица нашей страны – Астана, символизирующая мощь и силу Казахстана. Мы все вместе мечтаем, добиваемся, трудимся. Вместе всей страной мы поем наш любимый гимн, гордимся нашим флагом и гербом. Мы вместе строим новый Казахстан. А сейчас можете записать число и тему урока. Мы продолжаем изучение раздела «Моя родина – Казахстан». И как вы уже догадались, мы сегодня будем говорить о государственных символах Республики Казахстан. Запишите тему «Символы Казахстана – наша гордость». Сегодня на уроке вы будете понимать ключевые моменты в коротком тексте. Правильно писать незнакомые слова. Ребята, отметьте для себя, что вы знаете о символах и что вы хотите узнать. А в конце урока мы вернемся к этой таблице. У каждой страны есть государственные символы. Есть они и у нашей Родины. К ним относятся герб, флаг и гимн. Важно не только знать, как выглядят они, но и понимать их символику. Символы Казахстана могут рассказать об истории нашего государства. Они объединяют всех людей страны. В них заложены национальные обычаи, традиции казахского народа. А знаешь ли ты, что 4 июня 1992 года были впервые утверждены государственные символы независимого Казахстана. Государственный флаг Республики Казахстан создал художник Шакен Ниязбеков. Голубой цвет флага напоминает чистое безоблачное небо. Золотое солнце обозначает покой и богатство. Орел, который распростер крылья, символ власти, независимости, свободы. На флаге около древка есть полоска из элементов казахского орнамента. В народе говорят, без флага нет единства, без оружия нет джигита. Государственный герб создали Жандарбек Малибеков и Шотаман Улиханов. Основа герба – шанырак.
символ очага, мира, семьи. Тулпары – волшебные скакуны, обозначают крылатые мечты, стремление к лучшему. Пятиконечная звезда украшает герб. Она ведет наше государство в светлое будущее. Гимн – это торжественная песня. В жизни любого государства гимн играет большую роль. Музыка гимна символизирует беззаветную любовь казахстанцев к своей родине, истории казахского народа, его мечты. Им открываются официальные встречи руководителей государств. Гимн исполняют на торжественных праздниках, военных парадах, спортивных соревнованиях. Слушают гимн стоя, показывая уважение главной песне своей страны. Авторы гимна Республики Казахстан Жмекен Нажмеденов, Нурсултан Назарбаев. Композитор Шамши Калдаяков. Флаг, герб и гимн являются главными символами нашего государства. Казахстанцы гордятся тем, что флаг нашей страны побывал в космосе, а изображение герба украшал костюмы казахстанских космонавтов. А сейчас, ребята, давайте вместе прочитаем текст. Символы – это рисунки, знаки, заменяющие слова. У любого государства есть свои символы, которые отражают историю государства, народа, их традиций. И это государственная символика – флаг, герб, гимн. Это знаки единения народа. Есть они и у нашей Республики Казахстан. Каждый гражданин страны обязан знать и с уважением относиться к государственным символам. Запомни и запиши следующие слова. Государственные символы, герб, флаг, гимн. К слову на русском языке правильно подбери слово на казахском языке. Ответь на вопросы, что есть у любого государства, в том числе и у Казахстана. Что означают государственные символы? Что обязан знать и уважать гражданин страны? Перескажи текст, найди значение слова «герб» и запиши. Составь предложение и запиши. Ознакомься с дескриптором. А теперь найди соответствие. Кто является автором государственного флага Казахстана? Назови авторов государственного герба, авторы государственного гимна Республики Казахстан. Проверь себя. А теперь можешь заполнить таблицу, что ты узнал о символах Республики Казахстан. Долг каждого из нас – ценить и уважать флаг, герб и гимн нашей республики. С ними мы преисполняемся чувством гордости за нашу страну. С ними мы ощущаем себя единой неразлучной семьей. С ними нас узнают, признают и приветствуют во всем мире. Трудно кого-либо заставить гордиться государственными символами, но знать и уважать их обязан каждый гражданин, если он считает себя патриотом своей страны. Урок окончен. До свидания.